Вам сегодня подарили книжку, да? В школе. Интересная? Да. Смешно, конечно. А о чем она? Ты ее читала? А ничего. А тут про Петьку ничего не говорили? Нет. Как интересно. Уроки. Так, первое, микробы, эпидемии, профилактика, симптомы и лечение, здоровый образ жизни. Классный час. Смеш-тест. Ой, а это что такое? Ой, это же ей дарили. Давай посмотрим. Мама, на Новый год! Это что там такое тебе подарили? Ну, интересная книжка, ты хоть смотрела картинки хотя бы? Читала? Нет. Нет. Эпидемии. Есть вакцина! Сказал кто это? Бараш. Бараш. И летучая мышь полетела делать себе вакцину, да? Ученые обнаружили разные виды коронавирусов у разных животных. По одной из версий, именно летучая мышь могла стать причиной появления новой инфекции и распространения ее среди людей. Мама, где Лили живет? Но ты не смотри, это для тебя Новый год, я хотя бы посмотрю. А ты можешь смотреть? Надо почитать, все-таки интересная книжка. Тут еще тест будет. Главное правило при приеме лекарств. Как правильно носить маску. Ну, в общем, классная книжка. Будешь читать, да?